Как думает любящий? Если вы влюблены, то вам надо взять. Вам очень хочется, так сказать, все по максимуму. И это разрушительная стратегия. Разрушительная, потому что, ну, возьмете вы, потом раскроете. Вот, а там пирожок не с тем, или еще что хуже. Вот, поэтому любящий, в отличие от такого влюбленного, он думает о ценности этого чувства для самого себя. Он знает, что это чувство делает его лучше. Он знает, что это чувство дает ему силы. Он знает, что эти чувства его согревают. Любящий рад своему чувству. А у влюбленного это чувство как заноза. И вот если вы чувствуете занозу и думаете, что любите, берегитесь, потому что вы наделаете ошибок каких-то. А если вы все-таки любящий человек, то научитесь это чувство внутри холить, лелеять, потому что тогда вы это тепло сможете отдать любимому человеку.